Сегодня на обзор хочу предложить вашему вниманию беспроводной стайлер 2 в 1. Обладая небольшим размером, компактностью и эргономикой, он способен творить чудеса с абсолютно любыми по плотности и толщине волосами, создавая именно тот образ, который вам необходим. Более того, отсутствие сетевого кабеля – это как минимум идеальное решение для максимального удобства превращения ровных волос в желанные локоны. Небольшой диаметр рабочей поверхности состоит из металлокерамики, оснащенной механическим зажимом, который, захватывая прядь волос, несомненно упростит процесс создания нужного образа. Наличие керамики на металлической основе играет очень важную роль, потому как именно она, при достижении максимальной температуры в 200 градусов, способна настолько, насколько это возможно, защитить ваши волосы от перегрева. Также модель оснащена пластиковой насадкой расчески. Входя в посадочное место цилиндра, она фиксируется у его основания. Ее наличие исключает ломкость и сечение кончиков, так как равномерный нагрев обеспечивает бережное выпрямление прядей, а плавные и мягкие движения руками способны данный процесс сделать максимально приятным. Время нагрева прибора до рабочей температуры в 200 градусов составляет около 2 минут. Для этого всего лишь нужно, нажав кнопку включения, толкнуть однократно ползунок вниз и подождать пару минут, пока модель не прогреет рабочий элемент до необходимой температуры. Как бы странно это ни звучало, но источником нагрева девайса является скрытый внутри пластикового корпуса специальный небольшой газовый баллон, который к тому же оснащен механизмом заправки. А это значит, как только он опустеет, что, поверьте мне, произойдет не скоро, его всегда можно подзаправить или же заменить на новый. По окончанию работы не забывайте выключать девайс нажатием данной кнопки, так как сам он этого не сделает. К аксессуарам модели хочу отнести защитную пластиковую крышку, которая, входя в посадочное место, не только способна защитить рабочий элемент от механических повреждений, но и от случайного включения, так как она блокирует кнопку запуска. Подведя итоги, хочу сказать, меня как обзорщика модель стоимостью 50 баксов техническим решением приятно удивила, а вот насколько она радует или печалит вас на практике, пишите в комментариях под видео. Таким образом, вы поможете сделать правильный выбор тем, кто этого еще не сделал. Также не забывайте ставить лайки, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. С вами как всегда был Леонид, всем пока-пока.